Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья. Я счастлив, что мы снова вместе. Звукорежиссер Ольга Дробышева, редактор Александра Малинина, я Дима Зицер. Это проект «Любить нельзя воспитывать». Наши телефоны. +7 495 728 7171. Телефон в студии. +7 967 103 5533. Это чат для нашей переписки, ну не совсем переписки, для ваших вопросов в WhatsApp. Кстати говоря, вопросы сегодня уже появляются. Прям несколько вопросов ждали меня, когда я включил компьютер. Так что давайте, в общем, приступать к делу. Традиционно послушаем музыку наших детей. И после этого начнем. Крем-сода. Подожгу. Петербург на линии. Юлия, здравствуйте. Ой, здравствуйте, Дима. Очень рада, что я дозвонилась наконец-то. Вопрос ура. Состоит в том, что я бабушка 5-летнего внука Максима. И у него, вот, ну, на мой взгляд, такая есть проблема. Когда он приходит в незнакомое общество, иногда и в знакомые, уже знакомых ему людей, там, где дети и взрослые, он ничего не говорит, молчит. Не вступает так с ними вот в речевой, как говорится, контакт, хотя, ну, вроде бы он готов... Хотя все мечтают с ним пообщаться. Ну, в принципе, все его принимают таким, какой он есть, и, в принципе, да, все доброжелательно хотели бы с ним общаться. А скажите, Юль, пожалуйста, а дома то же самое? Или там в детском саду? Дома, он вполне нормальный, то есть разговаривает, общаемся, все развивается, он хорошо, он умненький мальчик. Ну, шикарно. Единственное, что он очень стеснительный. Вот. Он, допустим, так, если нас не видит какое-то время, там, бабушку, дедушку, то он приходит в гости, какое-то время тоже молчит, потом начинает нормально разговаривать. Вот. Слушайте, Юль, а по-честному, что вас волнует-то? Ну, меня волнует... Мальчик, в порядке. Я, знаете, вот почему, что меня волнует? Не будет ли у него потом сложности при входе в какой-то коллектив? И у меня вот основной вопрос к вам состоит в том, что водить ли его в детский сад или нет? Потому что сейчас он не ходит в детский сад. Вот. А почему, ну, не есть... ходит? Но он болел довольно долго, он часто болеющий такой, и мы решили его подержать дома, и как-то в сад он не очень честно хочет ходить и взаимодействовать с детьми. Он вот просто сейчас в данный момент времени с детьми нигде не взаимодействует, только взрослые, вот и все. Слушайте, ну тогда придется разделить ответ на две части, может быть, даже на три. Значит, первое. Я, конечно, не могу вам сказать, впрямую ответить на вопрос, будут ли у него проблемы в будущем, но мне-то кажется, что нет, конечно. Да, я осторожненько скажу. Потому что, ну вот еще раз, давайте вместе проанализируем то, что мы знаем. Мы знаем, что у него все в порядке с развитием, мы знаем, что он прекрасно общается. Мы знаем, что в незнакомой среде он общаться не очень хочет. Ну, не очень хочет, но что, характер такой? Я немножко, Юль, вас подозреваю. Вот развейте мои подозрения, пожалуйста. В чем я вас подозреваю? Вас, может, и родители немножко. Что вообще-то, мне кажется, вы чуть-чуть педалируете эту тему с ним. Ну, это есть. Ну, давай мы сейчас... Это есть. Ну, так, Юль. Это есть. Ну. А он как мальчик умный... Как изменить эту ситуацию? Да не надо ее менять. Не надо, Юль, не надо ее менять. Вот смотрите, это работает приблизительно, ну, если, конечно, общую схему сейчас вам представлю, работает приблизительно по следующей схеме. Значит, есть у человека определенные черты характера, как мы понимаем. Каждый из нас особенный. Значит, по той или иной причине, ну, в какой-то момент он где-то оказался в каком-то обществе, не знаю, не стал общаться, может быть, даже не поздоровался. Взволнованная, лучшая на свете бабушка Юлия немедленно обратила на это внимание и зафиксировала, вот как зарубочка такая произошла у него, ну, вот в его системе человеческой. Он запомнил, система запомнила, он, да, не манипулятор, поверьте мне, система запомнила, он тут ни при чем, что вообще-то это вызывает такой эмоциональный всплеск некоторый у любимой бабушки Юли, а может, у мамы, а может, у папы, а может, у кого-то еще. Окей, и эта моделька, она стала повторяться раз от раза. Да, ничего страшного в этом нет вообще, как мы с вами понимаем. Вот если бы вы мне сказали, он не общается дома и вообще не хочет ни с кем общаться, тут бы, конечно, я что-нибудь другое вам предложил. Теперь, в этой схеме, если наши рассуждения верны, шансы велики, что они верны, все произойдет приблизительно по следующей модели. Как только бабушка Юля и мама, и папа отстанут от него на эту тему, и вообще все,
Он вернется к тому положению, с которого он начал. Вот он вернется к точке входа, условно говоря. Теперь дальше я не знаю, может, он действительно у вас интроверт, и ему прикольно сидеть в углу и, я не знаю, что, разглядывать картинки или рисовать. Это часть характера. Теперь я абсолютно могу вам гарантировать, а равно и всем остальным, кто нас слышит сейчас, что если у вас дома принято, я не знаю, здороваться, прощаться, говорить спасибо и пожалуйста, он непременно начнет это делать, потому что это делают у него дома. Это первая часть ответа. То есть не волнуйтесь на эту тему, наоборот, отступите и примите его таким, какой он есть. Это будет чудесно. Ну, прям чудесно. И заодно предупредите родственников и знакомых, перед которыми, конечно, вам бывает немножко стыдно. Я вас понимаю, как взрослый. Да, ничего страшного, они потерпят. Они потерпят, кто для кого, это важный момент. Предупредите, не приставайте, пожалуйста. Вот и все. Я удивлюсь, если это не изменится в течение месяца, ну, полутора. Вот прямо удивлюсь. Он сам удивится в первую очередь, когда вы от него отстанете на эту тему. И начнет налаживать собственное взаимодействие. Правда, никуда не денется. Да, это часть номер один. Часть номер два, которая касается садика. Да. Ну, слушайте, 5,5 лет, вообще-то, мне кажется, правильно, если бы он чуть-чуть общался с детьми. Я не сказал в садике. Но в нашем с вами замечательном городе есть много возможностей общаться с детьми, правда же? Вы давайте знаете, немного рекламы Петербурга. Я просто хотела сказать, что он приходит, вот мы вводим его на детскую секцию, там спортивные танцы, он приходит, он все делает, абсолютно все упражнения, которые показывает тренер, у него хорошо получается, но он там молчит. Вы понимаете, он стоит как взрослый человек, такой замкнутый в себе. Ну, то есть и вот, что? У него прям протест какой-то, я вот смотрю. Ну, вот именно, что у него протест, но протест, вот вы, мне кажется, абсолютно правы. Протест бывает ведь на что-то, правда? Моя гипотеза, что это протест на всеобщее внимание к его общительности. Да. Ну так и все. Ну так давайте уберем причину протеста. Да, конечно, не обращать. Конечно, не обращать. Вы говорите, он все выполняет, он прекрасно занимается, он увлечен. Но что может быть лучше? Какая радость может быть больше для бабушки? Ну, честно. Честная пионерская. Ну, то есть все-таки контакты надо как-то с детьми расширять, вы считаете, да? То есть, не надо. Искусственно, Юль, искусственно ничего не надо делать. Но еще раз, в нашем с вами прекрасном городе, помимо детских садов, есть студии, есть кружки, есть группы в музеях, между прочим, даже для таких маленьких детей, правда? Да. Есть замечательные, ну, не знаю, в этнографическом у нас, например, не знаю, есть ли до сих пор, по-моему, да. Есть замечательные субботние группы для детей, чудесные. В русском есть чудесные преподаватели в Петербурге. Ну и все, потихонечку, пусть начинает общаться сам, только вот я, еще раз, я вас понимаю, но честно-причестно, вот по дороге не говорите ему никакой текст, типа, вот сейчас мы придем, там будет много детей, ты обязательно с ними общайся и дружи, ты потом бабушке расскажешь, кто какой, не надо совсем ничего. Да, зайдите с ним куда-нибудь. А педагогов что предупреждать вот как-то заранее? Нет. Вообще никак, ничего не говорить. Педагоги разберутся. Это не болезнь. То, что мы с вами обсуждаем, вообще не болезнь. И даже не особенность никакая ментальная. Ну, на да, мой я взгляд. Так... Да. Я так, в принципе, вот и предполагаю. Но вот это, конечно, волнение сохраняется. Но я поняла вас. Спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть вот, детский сад все-таки... можно, смотрите сами, смотрите сами про детский сад, смотрите сами, критично ли это в 5,5 лет, думаю, что нет. Ну, дальше тоже вопрос, в какую школу вы пойдете и так далее, но развяжите сначала, пусть развяжется эта штука. С другой стороны, если он ходит в детский сад с удовольствием, но говорит, что без удовольствия все снимается, моя ремарка. Да. Ну, так и тогда, ну и отлично, есть возможность, чтобы он тусовался дома, извините за выражение, чтобы он с бабушкой или с мамой или с папой ходил куда-то там, я не знаю, по музеям, по театрам, ну точно, в Петербурге совсем не проблема найти временные компании детей, ну правда. Ну да. И все. Спасибо вам большое. Главное, выдохните, все будет хорошо, спокойно, не приставайте к юноше, все будет чудесно, честное слово. Не приставайте, спасибо. Давайте снимем вот этот самый эмоциональный фон. Желаю вам удачи, спасибо вам большое, и снова Петербург. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Дима. У нас следующий многогранный вопрос от нашей семьи. Опа, интригуйте. У нас сыну 16 лет, мы переехали в Санкт-Петербург в этом году. Сын учится в 10 классе, у него идет техническая направленность, но мы понимаем, что он до сих пор... не определился с тем направлением, которое он будет выбирать в жизни. Мы понимаем, что это сложный вопрос. Мы многократно пытались анализировать ее семью, то есть садились вместе, выбирали направление, но так и вразумительного ответа не выбрали. Получили.
Да, угу. Так и не выбрать. Он откладывает этот вопрос на потом. Плюс у нас не из-за того, что переезд, а у нас так всегда мы входим в год. У него проблемы с русским языком, но, возможно, это вот чисто наши проблемы. И он такой достаточно спокойный мальчик, флегматичного склада характера, поэтому он очень долго входит всегда в учебный год, и у него сложности с русским языком. Сейчас получилось. Подождите секунду. У него проблемы с русским языком — это трояк или это пара? Пара. То есть, парара. Так, понятно. Да, парара. Угу. Вот. Вопрос в том, что это мы ведем по жизни. У нас это, можно сказать, там с средней школы, то есть он раскачивается к концу года и выравнивает ситуацию там до 3-4. То есть ОГЭ он там написал хорошо, но это благодаря тем нечеловеческим, мне кажется, его усилиям, самое главное, и тем, конечно, достижением репетиторов, которые нам пришлось изменить в этой ситуации. А вопрос другой. Так, он понимает, давайте. Что русский он сложно тянет, и он понимает, что это основной экзамен, который будет сдаваться в институт. Мы многократно задавали вопрос, может быть, ты пойдешь в армию, потому что нужно временно подумать. Возможно, имеет смысл выбрать училище. Татьяна, давайте к вопросу. Все, мы должны продвигаться. Все, вопрос идея, в общем, картина ясна. Вопрос. Да, что делать в этой ситуации, если ребенок не определяется никак? Ничего не делать. И... Короткий ответ. Да, класс. Ну, подождите, вот я просто... Да подождите, ну, Татьяна, да, я не очень могу просто к этому вопросу пристегнуть историю с русским языком, но сейчас вы мне поможете. В принципе, значит так, человек находится в середине 10 класса, да? Да. Значит, мы понимаем, если я верно понимаю, по вашему вопросу, мы понимаем, и он понимает, что мы говорим о технической направленности, правда? Он не пойдет на филологию или журналистику, нет, или, не знаю, социологию. Нет, ни в коем случае. Отлично. Значит, мы понимаем на самом деле, так или иначе, какие предметы его влекут. Вопрос, да, конечно. У возбужденной публики в моем лице. Ну а какая вам разница, как называется университет? Вопрос в том, что... Не-не, это мой вопрос. Ну, вам-то какая разница, ну, ближайшие полгода уж точно, в какой университет он пойдет? Если мы с вами понимаем, что речь идет так или иначе о техническом направлении. Ну, физика, математика, да? Ну что, все? Ну, так или иначе... Вопрос в том, что он плохо сдаст русский, возможно, он туда не попадет. Нет, ну подождите, это вопрос другого порядка, ну или другого регистра. Да, вот вопрос, который вы мне задали, что делать с тем, что он не определяется с профессией. Мне кажется, что он определился с направлением, и если немножечко отстать от него, человек в 16 лет, каждому из нас нужно свое время, свои рамки. Да, он скажет вам, я иду, не знаю, так сказать, в Бонч, например, я не знаю, питерские названия какие-нибудь скажу. Не вопрос. Да, предположим, или я иду в ЛТИ, или я иду... Отлично. Да? С первым вопросом мы разобрались или нет? Я готов перейти к русскому. Ну, вопрос такой, а если он и не скажет? Как быть в этой ситуации? Если не скажет, а что будет? Ну, давайте, напугайте себя и меня. Он не скажет, ничего не будет. Ничего не будет. Вопрос... Мы тоже эту ситуацию с ним проговаривали. Я говорю, вопрос в том, что ничего страшного, можно пойти в армию и этот год подумать. Ну, это правда. Ну, подождите. Ну, отстаньте от ребенка. У меня второй подряд ответ такой же. Слушайте, ему 16 лет. Вспомните себя в 16 лет. Вы были взрослой, вдумчивой, гармоничной девушкой. Я абсолютно в этом уверен, Тань. Он в 16 лет взрослый, вдумчивый, гармоничный юноша. Да? Значит, он точно понимает то же самое, что понимаете вы. От того, что вы 15 раз скажете, надо решить, он быстрее не решит. Он сам это понимает. Возможно, его это гнетет. Возможно, его самого мучает, что он не может определиться. А зря, к слову сказать, он мучается, если он мучается. Он все это понимает. Мне кажется, что достаточно в этом возрасте спросить человека, нужна ли ему помощь в решении. И он, если у вас хорошие отношения, я думаю, что у вас хорошие отношения, скажет, например, мам, наоборот, дай мне пару месяцев. Или наоборот, скажет, слушай, мам, давай. Примерно так и было. Примерно так и было. Он сказал, я сам решу этот вопрос, не переживай. Так, и что же вы переживаете тогда?
вопрос то, что когда мы спросили, то есть мы дали пару месяцев, и просто через какой-то период мы пытаемся, ну, хотя бы в разговоре уточнить, какое направление он хотя бы Техническое, выбрал. Я знаю за него, я вам за него отвечу. Техническое направление он выбрал. Ну, какой-то вуз. А зачем вам знать сейчас вуз? Ну, вам сейчас зачем? Ну, я еще понимаю, что вы там в 11 классе захотите, возможно, пойти на подготовительные курсы. Но сейчас-то что, ближайшие полгода, что вас гнетет? Ну, давайте я за него отвечу. Он пойдет, давайте, он пойдет в Бонч. Все. Я решил. Ничего страшного. Гнетет только что? То, что он сможет, ну, какие-то вещи он просто пропускает, возможно. Какие? Какие? Нет, он не пропускает, если мы говорим еще раз о физике и математике. Ну, простите мою серость, может, еще есть несколько предметов, которые я упускаю сейчас. Но это же основное, если мы говорим про любой технический вуз. Совершенно верно, но просто вопрос такой, физика и математику, он знает с нашей точки зрения, на том уровне для поступления, с нашей точки зрения. Отлично, ну шикарно, значит, вы, если бы вы открыли университет, он бы к вам поступил, это хорошо. Так, ну и чего? Ну, именно по этой причине мы переживаем, что просто не получится поступление, и он так будет... Так правильно делаете, Тань, это другой вопрос. Вот вы говорите, мы переживаем. Правильно делаете, это значит, вы хорошие родители. Ну, конечно, переживайте. Я не шучу сейчас, я не троллю вас, да-да. Переживайте, это правильно, что мы переживаем. Но человек 16 лет говорит, мама, папа, дайте мне время, я это решу. Ну, зачем же мы с вами будем его унижать недоверием? Ну, подышим, хорошо, ну, поволнуемся, ну, поговорим друг с другом и вернемся к этому вопросу весной. А лучше вернемся к этому вопросу в форуме. Слушай, помощь нужна? Или нам волноваться? Или тебя нужно как-то поддержать? Или? И так далее. Ну, конечно, хорошо бы к концу 10 класса, хорошо бы представлять себе чуть четче, что он хочет делать через год. Но даже это не критично. Да, я знаю, я правда знаю пример, особенно пример детей, которые знали общее направление, которые к весне решили, куда они будут поступать, весне 11-го. Ну и что? Знаю нескольких таких лично, между прочим. Так, вопрос да? еще что? Один, последний, короткий. Подскажите, если у него достаточно флегматичный склад характера, и он, ну, я понимаю, что он прокрастинирует в каких-то вещах, то есть, когда можно сделать что-то быстрее, прокрастинирует. Он затягивает. Да-да-да, ну, просто он это затягивает и делает, ну, по сути дела, ночью. Вот. Для меня не устраивает, я уже многократно его говорила, меня не устраивает такой график, что ты ложишься так поздно спать, я переживаю за твое здоровье. Вот. Но он делает, ну, по сути дела, там, в час, в два часа ночи и так далее, то есть оттягивает на самый-самый конец. Как можно логично смотивировать, чтобы его он, ну, перестроил никак. Сам себя? Никак, Таня, ну никак. Я на вашей стороне, честное слово, если бы вы задали этот вопрос лет 5 назад, я бы на него, наверное, ответил. Ему 16. Единственное, что вы можете сделать в 16 лет, это опять-таки предложить ему помощь. Дай сказать, дружище, тебе с этим ок? Да, или если тебе с этим не ок, давай мы с тобой подумаем, как это поменять. Или, слушай, дружище, я волнуюсь, успокой меня, да, что это нормально. Тебе, что на тебе что с этим говорит, нормально. Все нормально, мама, не переживай. Ну и все, ну смотрите, ну Татьяна, ну нам же нужно это. Ну все, волнуйтесь, баюкайте, шутите, предлагайте сладенький чаечек, не знаю, на ночь. Ничего с этим не сделать. Извините, что общий ответ получился, но он честный. А мы с вами, между прочим, друзья, придвинулись вплотную к новостям. Через несколько минут продолжим. Здравствуйте, Лилия из Москвы. Да, добрый день. Еще раз зовут меня Лилия. Хотела задать следующий вопрос. Как сыну объяснить о несправедливости, ну, явной несправедливости, да, оценок? Вот я вкратце объясню. У нас, допустим, проблема началась с физкультурой. Он достаточно спортивный, ну, как не спортивный, то есть мы посещаем и бассейн, и футбол, и с отцом он всегда занимается спортом, лыжами, но у него почему-то всегда снижены оценки. И это-то нас снижают. Это явно так. И он говорит, я веду себя хорошо, я стараюсь, все выполняю. Ну почему? Естественно, он уже у друзей спрашивает. И я смотрю, он об этом так много думает. И я смотрю, как-то начал уже, ну что ли, заморачиваться, как сейчас вот по-современному говорят. И ну, я его прошу, конечно, не обращать внимания, уже спросила. Я говорю, Лилия, давай сколько вместе ему? Пойдем.
Ему 9 лет. 9 лет он в третьем классе. Ага. И второй вопрос. Имеет ли смысл мне подойти к педагогу и узнать, ну, по какой причине она... Железно. Это просто второй вопрос – это ответ на первый. Да, вот просто это тот случай, когда второй вопрос – это ответ на первый. Смотрите, конечно, надо идти к педагогу. Конечно. Потому что если человек 9 лет говорит, оценки несправедливы, как объяснить? Ну, что тут объяснять, если вы согласны с тем, что оценки несправедливы, нужно говорить правду. Другое дело, что надо бы сходить к педагогу, потом 9 лет у них ведь еще одна учительница, правда же, которая вообще-то за них отвечает, в кавычках и без кавычек. И нужно поговорить и с ней тоже, на мой-то взгляд. Потому что таким замечательным в кавычках образом этот педагог может сжечь ему вообще на всю оставшуюся жизнь, школьную я имею в виду, взаимодействие с оценками. Оно само-то по себе проблемно, взаимодействие с оценками. Да, а тут вообще такая странная история. Да, чего этот педагог хочет добиться? Ну, предположим, действительно педагог хороший, и у него только, да, он строит мотивацию очень странно. Ну, чего он хочет добиться? Чтобы ваш сын, не знаю, что-то делал лучше, но налицо не успех этого предприятия. Сын ваш не понимает, о чем идет речь. Он обижен, он расстроен. Ну, он... да, и они это причем обсуждают, извините, что перебиваю, причем конечно, с одноклассниками, которые, будучи там, даже мне подходили, говорят, я вообще сидел на скамейке, ничего не делал, мне 5 поставили, ну, грубо говоря. А человек, который занимался активно, хорошо занимался, с отдачей, почему-то вот совершенно иная. Лилия, к учительнице, конечно, к учительнице, конечно, да, к учительнице. Вот хотела, я, наверное, вот, пожалуй, я сказал к учительнице физкультуры, я вообще-то начал бы, наверное, с классной, то, что называется, или там, да, учительница начальных классов. Да, потому что она хорошо знает вашего сына, потому что я надеюсь, что у них хорошие отношения, и она, в общем, сможет эту работу как минимум сделать за вас. Ну, в общем, да, и это, и это хорошо. Либо она скажет, напротив, Лилия, подойдите к учителю, или давайте подойдем вместе, и так далее. Нет, ни в коем случае не надо откладывать это ни в долгий ящик, ни вообще в сторону. А сыну я сказал бы, слушай, дружище, я бы, конечно, подойду и пойму, что тут не так, потому что мне очень обидно, что ты расстраиваешься, я вижу, что тебя это задевает. Попробуем это поменять. Так что вот. Да, спасибо огромное. И второй маленький вопрос. Вот такая же у нас примерно ситуация с музыкальной школы. А, вот, я бы тоже уже хочу подойти к преподавателю и деликатно как-то рассказать и объяснить, что помимо критики есть еще и похвала. То есть ребенок старается, учит, и он бы хотел услышать, что ты молодец, ты постарался. А то там все время происходит, какие-то на него возложил надежды. Он изначально говорил, что я так думаю, что он сейчас вот пойдет, побежит, там начнет прям вот играть сразу, там, с пятого урока. Немедленно станет Рихтером, я понимаю. Да. И вдруг его, то есть надежды не оправдались. Мы причем поздно пришли в музыкальную школу, то есть ребята начали заниматься с сентября, мы вот только пятый урок начали. И, в принципе, я смотрю, для пятого урока все достаточно очень... Хорошо. Но там почему-то, так, а как ты будешь, ты отстаешь от детей, там не кричит педагог, я даже была на уроке, но, честно говоря, да, ты отстаешь от детей, а как ты будешь это давать? Ну, Лилия, подождите, давайте, музыкальная школа, вот очень подождите, музыкальная школа, это все-таки немножко другая история, потому что здесь вашего выбора и выбора вашего сына больше. Ну-ка вот скажите мне, если можете, зачем он вообще занимается музыкой? Я не отниму у вас эту радость, поверьте мне. Просто скажите. Ну, у него есть музыкальный слух, у него, ну, есть определенные таланты, и нам еще давно-давно говорили педагоги, даже ко мне педагоги в школе, учительница, причем по-английскому, подходила и говорила, что у мальчика интуитивно, ну, и слух есть, и он говорил, что он, правда, скрипкой хочет это заниматься. Это я понимаю, это вы мне отвечаете на вопрос, почему учительница английского считает, что он должен заниматься музыкой. Я задаю другой вопрос, зачем он занимается музыкой? Ну, у него было желание, что я хочу вот заниматься... Он хочет. Он хочет заниматься. Он сразу сказал, что я хочу заниматься плаванием и вот музыкой. Так. Скажите мне, пожалуйста, я понял. Следующий вопрос, Лилия. А зачем он хочет заниматься музыкой? Вот от чего он получает удовольствие, как вам кажется? Получает или хочет получать? Ну, он поет какие-то вот новые свои какие-то песни, накладывает на эту музыку, как-то вот пробует, еще не умеющий играть, будучи на гитаре. Шикарно. Ну, то есть смотрит, как-то вот он прям... Лучший ответ на свете. То есть он хочет получить инструмент в виде музыки для того, чтобы, не знаю, выражать себя, понимать, может быть, что-то, да, и так далее. Мне кажется, нужно проверить, каким образом выполнять этот заказ. Да, вот я объясню.
Вот вы, видите, вы живете в Москве. В Москве выбор очень большой учителей музыки, да, в общем, и школ тоже. Да, попробуйте проанализировать. Я совсем не хочу сказать, что школа, в которую он ходит, нехороша. Я не к этому. Но просто проверьте, насколько его заказ выполняется. Я с вами согласен абсолютно, что, ну, конечно, человека надо и поддерживать, и хвалить иногда, и так далее, и так далее. Но, в принципе, эта школа, вот именно эта и этот учитель, да, нужен ему или нет? Это отвечает на его заказ или нет? Теперь, если нет, например, то жалко перевоспитывать учителя. Можно, нужно просто его поменять. Может быть, школу поменять, может быть... Ну да, нет, просто вот мы еще с такой проблемой, да? Ну не то, что проблемы, вот мы или как-то муж там, что педагогов очень мало мужского пола. И вот если, ну, то есть мальчик... А что такое? Кто сказал, что педагог должен быть мужского пола? Извините, у нас реклама, а вы пока подумайте над ответом. Через две минуты продолжим. Ну так, Лилия, при чем тут преподаватель мужчина-то? Ну, возможно, я просто думаю для себя, ну, поскольку папы у нас мало, он все время на работе, только вот, ну, выходные то не всегда, и у преподавателей все женщины, у нас вот, по сути, мужчины, ну, как бы в его жизни это вот по футболу, и вот сейчас гитара появилась. Ну и что? И воспитание, а какая разница-то? Такая, женщины кругом. А ну, разница-то вот, какая? А разница-то ну, какая? Вы смотрите, вы говорите сейчас с человеком, который 9 лет занимался музыкой, с удивительной, потрясающей учительницей по имени Мария Яковлевна, которая научила меня прекрасно. Это было вообще лучшее мое увлечение. Хотел сказать, лучшие годы моей жизни, но не будем преувеличивать, но это было просто чудесно. А при чем тут мужчина или женщина? Мне кажется, это вообще тут ни при чем. Просто нужно найти людей, нужно найти преподавателей, с которыми ему будет хорошо. Вот, собственно, и все. И, конечно, когда человек учится музыке, ему, конечно, нужна поддержка. Он, конечно, должен понимать, что он идет вперед. Да, иногда, наверное, ну, не наверное, а точно, можно что-то и переделать, можно что-то и постараться вместе, можно, может, за что-то и поругать, все в порядке. Но, конечно, обучение, особенно обучение музыке, при том, что у него такая мотивация, как вы рассказываете, ну что, конечно, его нужно поддерживать, холить, лелеять и так далее. Так что вот, Лилия, засим прощаюсь с вами. Спасибо. Да, спасибо. Я желаю вам удачи. Всего доброго, до свидания. Виктория из Казани, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня слышно? Конечно. Алло, ага. Да-да-да. Вот у меня ситуация такая. У меня есть братик, его зовут Влад, ему 14 лет. Он не хочет жить дома. Предыстория, почему он не хочет жить дома. Ну, как бы вообще, с чего все это началось. Я сама ушла в 16 лет из дома. Вот, так как дома, ну, нехорошая атмосфера, ну, неблагоприятная. Вот, так как там руководит бабушка, дядя, мама особо участие в нашей жизни, ну, не принимает. То есть она живет с нами, но ей вообще без разницы, что происходит. Вот, и сейчас, как бы, она ушла вот к другому мужчине жить, и 7 месяцев живет с ним. Дома она не живет, соответственно. Вот, а у меня сейчас как бы, ну, своя семья, у меня муж, ребенок, я предложила братику пожить в нашей семье, ну, то есть моим мужем и дочкой. Вот он согласился и уже целый месяц живет с нами. На вопрос, Влад, я говорю, ты хочешь домой? Он говорит, нет, я не хочу домой, потому что дома мне неспокойно, мне нравится у тебя. А с тобой хорошо, вот так, в чем же вопрос? А мы с мужем задумались просто, вот, ну, он тоже вас слушает, что как нам быть, как бы мы же не были к этому готовы, что он, ну, как бы уйдет, если из дома так рано. Вот, и что делать? Ну, как бы он скажите же должен мне, жить дома, а здесь... Ничего подобного. Он должен жить там, где ему комфортно, удобно и так далее. Но только спокойно, тут есть один моментик. А вы-то с мужем что думаете? Вы готовы к тому, чтобы он с вами жил? Ну, давайте без подвигов только, по-честному. Ну да, нет, я как бы у мужа спрашиваю, что как бы ты готов, тебя не напрягает вообще ничего, как бы тебя все устраивает, вот, он говорит, ну, просто нам еще и жалко как бы его, вот, и получается, что... Нет, подождите, жалко это другая, жалко это дополнительная мотивация, это другая мотивация, жалко это другая история, вопрос, комфортно вам при этом или ну, нет? Тут, потому что тогда, когда... ну, как сказать, мне это мой родной мне человек, я не могу его... там выставить как-то и сказать, что ну не ночуй у нас или не живи. Вика, ответьте на мой вопрос. Нет. Потому что я же не против, я не против сочувствия и жалости, как вы понимаете. Но ну, он живет понимаю. С вами только по причине того, что вы не можете его выставить, или действительно это ну нормально, комфортно и приемлемо для всех вас? Не могу сказать. Может быть, потому что так я поговорите. Не могу его выставить даже. Потому что ну мне это тяжело сделать. Я понимаю. Ну, просто вот смотрите, я объясню вам.
Я объясню вам логику, в которой я рассуждаю. Значит, если более-менее комфортно всем, я понимаю, что разные бывают ситуации внутри большой ситуации, наверное, притирки какие-то, да, бывают. Но тем не менее, если в этой ситуации комфортно всем, комфортно вашему Владу, да, комфортно вам, комфортно вашему мужу, в общем, комфортно той половине семьи, да, в которую входит мама, бабушка и так далее. Ну, а в чем, собственно говоря, вопрос? Ну и живите так. А что такого-то? Ну, просто он же ребенок. А как нам тогда быть дальше? Получается, что он должен принимать наши какие-то там, я не знаю, традиции, не традиции. Как нам его дальше воспитывать? Он же еще ребенок. И получается, да подождите. Что, если он живет ему, с нами, во-первых, он не так юн, Вик. Он не так юн. Ему 14 лет. Это довольно много, как мы с вами понимаем. Вы свои 14 помните, вы вон в 16 из дома ушли. Да? 14 это много. 14 это возраст, в котором точно можно обсуждать, можно, так сказать, устанавливать общие правила и так далее, и так далее. Теперь мне кажется, что это непростая ситуация, я, естественно, не буду вас обманывать. Это не ситуация, которая, знаете, бывает каждая вторая. Но тем не менее, вот еще раз, если. Я сейчас принимаю абсолютно за чистую монету все, что вы говорите, естественно. Если мамы дома нет, не будем сейчас судить маму. Ну, мамы у мальчика нет де-факто. Она живет где-то, так сказать, на стороне с другим человеком. Отлично. У него есть замечательная сестра Вика, потрясающая, которая говорит, я готова взять тебя к себе. Мы с тобой будем, жить вместе. Как бы я под свою ответственность. Есть в этом есть момент ответственности. Я, к слову сказать, эту тему не затрагиваю сейчас, но она тоже есть. Да, то есть, кем вы выступаете в этой ситуации. Но это бог с ним, это с любым юристом. Посоветуйтесь, и он лучше, чем я, даст вам совет. Теперь, если комфортно всем, да, я бы продолжал, мы живем вместе. А при чем тут, как его воспитывать? А что такое воспитание? А воспитание – это как мы общаемся. Воспитание – это как мы готовим вместе, как мы вечер проводим, как мы, если у нас возникает конфликт, как мы решаем этот самый конфликт. Вот что такое воспитание. Да, ничего другого в этом нет. Воспитание – это его право попросить о помощи или ваше право – это помощь предложить. Другое дело, еще раз, у нас мало времени совсем, но я хотел бы договорить. Да, я бы на вашем месте, конечно, обсудил это в любом случае с его мамой и вашей тоже. Это такая тема. А им тоже без разницы, они особого участия не принимают. Ну, как бы, не хотят, не надо. Но если это так, Вик, если это так, то тогда Владу просто очень-очень повезло с сестрой. Это, в общем, что-то, что вы берете на себя, и это круто. Что вы у него есть. Вот и все. У нас 25 секунд. Если хотите коротко что-нибудь спросить или сказать, то давайте, может быть, успею ответить. А что мне делать с мужем, которые друзья или знакомые говорят, зачем ты это делаешь? Зачем тебе это Ничего. Надо? Зачем ты помогаешь? Ничего. В этой ситуации? Это абсолютно. Вот тут я как раз у меня однозначная позиция. Это вообще не их дело. Это ваша семья, и в вашей семье вы будете жить так, как удобно вам. У них могут быть разные вопросы, ответы, вы не обязаны на них отвечать, вы не обязаны перед ними оправдываться. Вы живете так, вам для комфорта и счастья нужно это. Вот, собственно говоря, и все. А друзья пусть отдохнут. Я желаю вам удачи, Вика. Мы продолжаем программу, второй час. Плюс 7-495-728-7171 наш телефон. Плюс 7-967-103-5533. Наш чат в WhatsApp, а на линии у нас город Калининград. Валентина, добрый вечер. Добрый вечер, Дима, здравствуйте. Очень рада, что вам дозвонилась. Давно хотела с вами поговорить. Вот окей, я с удовольствием с вами побеседую. Значит, у меня вопрос по поводу профессиональной деформации педагогической. Ну, конкретно в отношении своих детей. Смотрите, да, я педагог, я 19 лет в профессии, у меня есть все благодарственные письма, международные сертификаты, я постоянно, да, чему-то учусь, я учу других детей, причем очень успешно, экзамены всех уровней, да, я работаю с детьми всех возрастов, но когда дело доходит до своих, что происходит? Ничего, я не могу А именно. Ну, не можете учить, не можете, имеете право не учить, а что такого-то? Имею право, но конкретно по моему предмету, моего ребенка старше стоит 3. Это 3-2, но я же отслеживаю все равно так или иначе. Ну, подождите, по вашему предмету, очень, секунду, да. Валентин, да подождите, а вы его учительница или нет? Нет. А, так, а что за предмет, если не секрет? Английский. Вот представляете, как я себя чувствую? Нет, не представляю. Расскажите, как вы себя чувствуете. А заодно расскажите, сколько лет ребенку и что вы так страдаете. 11 лет я страдаю очень сильно. Причем у меня самый уровень C1, сдаю на C2 proficiency, ну это уже все, потолок, да, получается. Мои ученики сдают ОГЭ и ЕГЭ сдают.
готовятся, сдают кембриджские экзамены. Это очень сложная процедура, на самом деле, да, все хорошо со всеми. У меня, ну, постоянно, да, вот эта практика. Я работаю с подростками, самый сложнейший возраст. И все хорошо. Когда я начинаю объяснять своим детям, что делать, как, вот давай там ABC, вот это все. Как? Я не понимаю, как мои не могут понимать с первого раза? Это же да мои. Пожалуйста, дети, я расскажу вам как. Более того, я думаю, что вы вообще-то знаете. Я думаю, что вы самую малость лукавите. Ну, пожалуйста, я вам расскажу. Как училка училке. Давайте? Да, давайте. Значит, смотрите, понимаю, понятное дело. Да, понятное дело, что когда мы имеем дело с собственными детьми, мы не можем с вами выключить чувственно-эмоциональную сферу. Не можем. Мы не можем сделать то, что мы умеем делать с другими детьми. Да? Ведь я уверен, что в число ваших профессиональных достоинств, я действительно в этом уверен, входит, бесстрастность в лучшем смысле этого слова. Да? То есть, когда вы работаете с ребенком, с любым ребенком, вы, еще раз, бесстрастны в лучшем смысле этого слова. Не в смысле, что вам все равно. Да, а в смысле, что вы чувственно с ним не повязаны, и вы лучший на свете инструмент для него в этот момент для изучения английского языка. И это правильно, потому что так работает педагогика, правда же? В тот момент, когда мы с вами будем повязаны личными чувствами с каждым ребенком, у нас начнутся проблемы. Вот поэтому, знаете, я должен вам сказать, я так осторожно отношусь к утверждению педагогическому, иногда, которое звучит из уст некоторых учителей, «я люблю детей». Да, вот я всегда говорю, не надо любить детей, ребят, не надо любить детей. Да, давайте делать свое дело хорошо, а дальше дети сами разберутся, кого им любить, кого им не любить. Здесь происходит абсолютно то же самое. Теперь я должен вам сказать, что я очень хорошо вас понимаю, поскольку я бывал в ситуациях, когда мои дети оказывались, например, у меня в классе даже, или когда мне их надо было чему-то научить. Вариант один. Это какой? Не учите. Это сейчас ваша реплика. Класс. Ну, от копа! Все. Отлично. Вариант Валентина следующий. Если мы с вами такие замечательные педагоги, давайте дадим право быть замечательным педагогом нашим коллегам. Все, и отключиться. И нам очень-очень трудно. И я это знаю. И хочется сказать, ну что ж, действительно, ну все дети как дети, а ты у меня не понимаешь, и что же я за сапожник без сапог? Нельзя этого абсолютно делать. Абсолютно без сапог, нельзя. Это вообще кошмар. Нельзя, но Валентина, это как бы нельзя. Вот не выглядит со стороны, вот, ну как бы стрёмно. Можно с чьей стороны? С моей стороны это выглядит отлично. Нет, со стороны уважение. Общественного мнения. Со стороны А кто это общественное мнение? Это кто? Это кого? Назовите поименно. Ну, кто поименно. Вот и родители, которые, допустим, ну, одноклассников моей дочери, мои же коллеги, которые говорят, а вот мы сами физику объясняли Васе своему. Ну, а вы скажите, знаете как? Давайте я вас научу плохому, вы скажите. Ну и зря. Давайте. Ну и зря, да? Ну вот и так, зря. Да, ну да, ну смотрите, ну нет, шутки шутками, но общественное мнение, если мы все время на него смотрим, вообще-то нас хорошему не научит, как мы с вами понимаем. Потому что общественное мнение на то и общественное, что оно обезличено абсолютно, правда? Ну, общественное мнение, ну, это какое-то, какая-то такая история, которая еще и рождается у нас с вами в голове, потому что мы с вами задумаемся, ну чье мнение нам важно? На эту тему думаю, что ничье, извините, потому что я думаю, что вы профессионал. Я думаю, что дети у вас замечательные. Я думаю, что вы хорошо понимаете. Я же говорил, что вы понимаете это и без меня. Вы, в общем, только что доказали. Вы понимаете, что они точно освоят английский язык. Хотя бы потому, что современный ребенок не может не говорить по-английски. Ребенок не говорит по-английски, вот, Валентина. Конечно. Ну так, дружище, ну так вы подождите. Но меня ребенок не говорит по-английски. Вас не должно это угнетать, я вас разрулю. Да, ребенок может не говорить сегодня по-английски, только если его постоянно шпыняют, извините за выражение. Только при этом. Вот это как, знаете, вот я выходец Советского Союза, я заканчивал школу, еще был Советский Союз, да и в институте в первом отучился тогда же. Да, я очень хорошо помню, и вы, наверное, это помните или знаете, что удивительным образом, вот нас долбали иностранными языками, и выходило 97% не умеющих сказать ни одного слова. Да, теперь как это так получалось? А получалось таким образом, что нас учили определенным способом. И этот способ доказал абсолютную свою недееспособность. Да, в частности, ну, нас тыкали носом, нас учили грамматике, но вы понимаете в этом намного лучше, чем я. Теперь здесь абсолютно то же самое. Английский окружает наших детей. Слушайте, 2/3 музыки, которую они слышат, по-английски. 2/3 фильмов, которые они видят, по-английски. Мультиков, игр компьютерных и так далее. Нам всего лишь нужно не мешать. Если к этому добавляется хороший преподаватель, не вы. Вы хороший, но не я, да? вы не преподаватель вашим детям. Вы их мама замечательная.
если добавляется хороший преподаватель, который может этому придать форму и может выстроить после этого, помочь в голове выстроить то, что и так у меня на слуху, все, вот они и говорят по-английски. Поэтому, Валентин, да. Выхода нет, надо отходить. Тут нет никакой давать, профессиональной деформации. Кстати, еще одну вещь я должен вам сказать. Вы так анонсировали, думаю, ну, сейчас будем разговаривать про старших учителей. Тут нет профессиональной деформации. Тут есть замечательная мама, с одной стороны, замечательный учитель, с другой стороны. Ну, и это две вещи несовместные, ничего не поделаешь. Да, для собственного ребенка. Бывают ли исключения? Бывают. Но мы с вами не из них, судя по всему. Точно, да, точно, не из них. Все, спасибо, я вас поняла. Хорошо, что меня поддержали. Я думала, конечно, так же, но надо было как-то авторитетного какого-то человека послушать. Да, авторитетного слушать, общественное мнение, да? Ну ладно, ладно, шучу. Нет, я думаю, что я мы... сомневалась насчет общественного мнения. Да, я думаю, что, Валентин, я думаю, что на самом деле в нашей профессии очень-очень важно разговаривать. Для меня это абсолютно то же самое. Поговорить иногда с коллегой, да, побить об то, что называется, да, в театре. Да, то есть попробовать на самом деле какую-то версию, чтобы на нее отреагировали коллеги. Это бесценно, так что я вас очень хорошо понимаю, и спасибо вам большущее тоже. Москва спасибо. На линии снова, Татьяна. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Дима. 2 года, и я наконец-то дозвонилась. Слушайте, ну, дорогу осилит идущий, что я могу сказать? Чему нас это учит? Да, наконец-то я один раз с вами созванивалась, но это был личный звонок, за что я вам безумно благодарна, и я вообще не ожидала, что вы можете пойти на такое, честно. Ну, ура. Спасибо. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, грубо говоря, 14 лет назад стала мамой, и, наверное, вот уже как 11 лет я все время, ну, я не знаю уже, как это назвать, наверное, борюсь, что ли, за права своего ребенка. У меня совершенно обыкновенный, но очень классный сын, и вот сейчас еще у меня и дочь, ей 7 лет. В общем, они у меня оба классные, конечно, не без недостатков, как все мы люди. Но меня периодически, скажем так, одолевает некое такое... как сказать, ну, руки, что ли, падают, я не знаю, как это назвать, я не знаю, отчаяние, когда я в какой-то момент думаю, может быть, там, ну, я что-то делаю не так, там, да, и когда ты чего-то хочешь добиться, скорее. А оно вот не получается, да, простите. В общем, смысл в том, что я немного требую, прошу, я даже не требую, я прошу у учителей не так много, я просто прошу, например, там, не обзываться, там, да, как-то, ну, естественно, не кричать, и какие-то не говорить фразы, которые могут там, ну, принести прям какую-то, ну, не психологическую травму, хотя это тоже было, но что-то приближенное к этому. Вот, например, у меня сын с 4,5 лет занимался хоккеем, и вот честно могу сказать, в Подмосковье и Москве, мне кажется, многие знают, кто я такая. Хотя я официально никогда ни на кого не жаловалась. Я просто периодически, в общем, хожу к тренеру и прошу, пожалуйста, не надо обзываться, не надо кричать, не надо клюшкой по жопе, простите, нельзя, наверное, говорить. О, Господи, там, ничего себе, у вас там все по-взрослому, я смотрю. Все очень серьезно, и, к сожалению, большинство родителей считают, что это нормально мальчику, да, там, ты чего, как тряпка, как нет, там, не знаю. Нет, ненормально абсолютно. Татьяна, а в чем вопрос-то? Конечно, ненормально. Вопрос-то в том, что, вот, например, у меня началась похожая история с дочкой. Она пошла в первый класс, и вроде бы ничего такого катастрофичного, но вот, например, в последние 3 недели она по 1,5 часа засыпает со слезами, что я не хочу в школу. Конечно, я начала копаться в этом, и начала... Почему? Потому что она боится учителя по физкультуре, потому что та очень грубо, ну, не то чтобы грубо, она, наверное, считает, что если она учитель по физкультуре, то ей надо громко кричать в таком... в приказном тоне. Ладно, разобрались, ну, учительница по физкультуре, вылезает учительница классная, которая вот, например, сегодня вывела... Татьяна, подождите, просто я боюсь, что у нас времени не хватит. Это этот разговор крик души? Я это приму. Или есть какой-то вопрос все-таки? Вы знаете, у меня вот сейчас, это как бы и крик души, и вопрос, стоит ли мне, вот я вам сейчас скажу 2 фразы, стоит ли мне вот из-за этого, скажем так, подходить в очередной раз к учителю, потому что мне кажется, что, может быть, я уже перебарщиваю вот с этой соломой, которую я все время хочу подложить. Учительница сегодня детям 1 класса в присутствии учительницы другого 1 класса сказала, что мне за вас стыдно, вот этот класс там намного лучше, чем вы. И вроде бы учительница-то неплохая. Да. Но я боюсь ее обидеть, сказав ей, ну, во-первых, она меня старше, там,
намного. Но я понимаю, что у меня ребенок пришел с таким огромным чувством вины за то, что учительница, да, там испытала какой-то стыд. Вот что, Татьяна, я вам скажу. Значит, во-первых, я начну, как ни странно, с секции по хоккею. Да. Ну, это же вопрос выбора. Правда? Ну, да, например, мы все, имеется, мы завязали. Имеется... Ну, так вот, вот. Ну, вопрос, сколько 8, времени это у вас? 8 лет, 8 лет. Ну, так, ну, вот, вот. Да, ежики плакали, да. Кололись, но продолжали есть кактусы. Это, значит, как в этом детском анекдоте. Ну, вы знаете, я благодарна вопрос... хоккею. Я поменяла профессию. Да очень хорошо. Да я же, подождите, Татьяна. Я не против, я не отберу у вас ни вашу благодарность, ни очарование хоккеем. Я... Все в порядке. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы выбираем. Значит, у нас всегда, на мой взгляд, или почти всегда, есть минимум две возможности. Минимум. Абсолютно. Значит, если я беру эту историю с хоккеем, да, у нас как минимум есть возможность, либо, даже три возможности у нас есть, либо поискать другого тренера, либо принять... Ну, подождите. Либо принять, на самом деле, что это часть хоккея. Я, неважно, как я к этому отношусь. Да, но это так вот устроено, да, значит, так, клюшкой так, по мягкому месту. Или, подождите, или третье, уйти оттуда. Теперь мне кажется, что бесперспективно оставаться внутри и страдать. Ну, конечно, нет причины. Бывают ситуации, когда нужно, но это не та ситуация, абсолютно точно. Теперь абсолютно то же самое с учительницей. Ну вот смотрите, у вас человек ходит в первый класс. Если человек в первом классе расстраивается, это очень-очень обидно. Да, расстраиваться по таким причинам. Отлично. Значит, мне кажется, что разговор другой с учительницей на эту тему провести можно. Ну, конечно, можно. Тем более, что вы говорите, что она вроде симпатичная, и вообще, может, это сбой какой-то. Поговорите. Может. Но поговорите, вот смотрите, Татьяна, я бы на вашем месте говорил, не выясняя отношения. Конечно. Ну, отлично. А поговорил бы о том, чего она хочет. Я это, да, понимаю. Рассказал бы о том, абсолютно. И рассказал бы о том, к какому результату это приводит. И так далее. Теперь, если выяснится, что ситуация критическая, то есть учительница физкультуры на всех орет, эта учительница, значит, всех сравнивает и унижает, ну, школу другую надо искать, ну что, подумаешь? Что тратить время-то и силы на борьбу? Насколько травматично для ребенка в середине года? Ничего там нет травматичного. Если жизнь человека улучшается, то это хорошо. А если жизнь человека ухудшается, то это плохо. Ну, вот и все. Ну, то есть, это действительно, ну, на эту тему стоит поговорить. Просто у меня есть путь сказать ребенку, ну, она такая, ну, не обращай внимания, как многие делают. Ну, нет, делают, еще раз, вот, ну, давайте еще раз, у нас минутка последняя. Ну, давайте вопрос-ответ. Вот еще раз, в чем вы со мной советуетесь? Какой вопрос вы задаете? Ну, стоит ли именно вот та фраза, сказанная учительницей, насколько она серьезна, действительно, правильно ли я ее понимаю, что это может понести какие-то последствия вот в плане, опять же, вот этой вот повешенной для вины. Ребенка нет, а единоразово нет, безусловно. Нет, безусловно. Это может быть плохое настроение, это может быть оговорка, это может быть много-много чего. Стоит ли это вашего разговора, если вас это тревожит? Да, конечно, в принципе, с учителями надо разговаривать. Мне кажется, родители и учителя должны разговаривать. Вот и все. Теперь, если учительница вам скажет, действительно, ваши дети, значит, такие юные гаденыши, и если я сравниваю их с классом А или с классом Б, то ваши ничего не стоят. Окей, это огромная красная лампочка, которая зажигается, и тогда нужно принимать решение. Если учительница говорит, слушайте, я была уставшая, но я оговорилась, я все понимаю, то есть ни в коем случае только не ставить ее в ситуацию оправдания, конечно. Конечно. Нет, ничего не будет с одной такой фразы. Не нужно это месить, на мой взгляд, абсолютно. Нет ни одной причины на свете, да, так сказать, это углублять и расковыривать эту возможную травму. Нет там никакой травмы, к слову сказать. Ну, бывает такое, что человек оговорился, бывает, что человек глупость сказал, бывает, что человек не подумав сказал. Ну, наши дети, в общем, могут это понимать и должны это понимать. Просто прощаемся. Тем более возрастной... Да, спасибо. Да, вообще нет, хотел все, сказать большое вам человеческое спасибо. Не волнуйтесь, на самом деле, все будет хорошо. Все, пока. Дорогие друзья, реклама, новости и все остальное. Столько сегодня интересных сообщений, вот не успеваю, знаете, как жалко. Но давайте хоть одно прочту. Просто много восклицательных знаков, и понимаю, что человек почти в отчаянии. Ольга из Томской области. Дима, пожалуйста, скажите, как отучить девочку 2,5 лет от пустышки? Ребенок в постоянном стрессе, мама работает, мамы долго дома нет, папа работает. Папа категорически против соски, а мама не против, не могут договориться. Папа соску отбирает, у ребенка слезы. Соска и маленькое пушистое одеяльце успокаивает ребенка в отсутствие мамы. Я бабушка. Дорогая бабушка Оля. Лучшее, мне кажется, в этой ситуации, что можно сделать, отправить папу ко мне в программу. Потому что вы абсолютно правы.
ни в коем случае, сказал бы я, пустышку у человека не отнимать. И так для нее это уже явно, судя по тому, что вы описываете, связано с глубоким и серьезным стрессом. Этот стресс будет только расширяться. Теперь ребенок, который не дососал соску, дорогие друзья, будет досасывать палец и так далее, и так далее, и так далее. Нет ни одной причины в 2.5 года в такой ситуации, когда мамы нет, отнимать у человека соску. Так что в этом смысле я понимаю, что я не решил вашу проблему, но вопрос ответил. Как уговорить папу и как убедить папу. Но, может, действительно у вас получится. Наверняка папа у вас хороший. Предложите ему написать или предложите ему позвонить. Если хотя бы он напишет в чате и напишет, что он готов поговорить, мы сделаем так, что он сможет до нас дозвониться. Мы просто сами ему в этом случае позвоним, сами с ним свяжемся. Ладно, Оля, удачи вам. Саратов на линии. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Дима, я так рада вас слышать. Хотела поблагодарить вас за ваши эфиры. Я нахожу много ответов на свои вопросы. Но чтобы не задерживать, наверное, перейду к своему сегодняшнему вопросу. Давайте, конечно. У меня вопрос по поводу построения доверительных отношений с своим сыном. Ему 11 лет. Я не знаю, почему, но меня очень беспокоит тот факт, что мне кажется, что он дома один, а за пределами дома другой. И я пыталась себе копаться, почему мне так кажется, потому что, не знаю, пыталась себя... А пример приведите, если можно, это очень-очень интересно. Просто приведите пример. Как только я начинаю себя успокаивать, мне кажется, да все у нас хорошо, ребенок растет хорошим. Как-то с ним случаются какие-то истории, где, например, выясняется, что он врет. И когда начинаешь с ним беседовать, он убеждает, что да нет, я не вру, все хорошо. Ань, конкретный пример, если можно. Не слишком интимный, но конкретный. История в школе, да. Последняя история была в школе. У нас карантинные сейчас условия в школе, и все классы работают в разное время. То есть один класс учится, другие ребята на перемене. Соответственно, все друг другу мешают, и мне учитель позвонил и говорит, вот ваш ребенок стучится в дверь к учителю, когда у него урок, и, соответственно, отвлекает, выключает свет в туалете, когда кто-то в туалете. И мне кажется, это не про моего ребенка, он не может такое сделать. А беседую с ребенком, он меня убеждает, что мама — это не я. Но одновременно я звоню учителю, пытаюсь... А учитель убеждает, что это он. Да, да. Что ну и вопрос в чем? Я его поймала за руку, а мне сын говорит, никто меня за руку не ловил. И вот такие что истории... Будем делать? Ань, давайте анализируем вместе, да? Давай. Значит, вы говорите, вот я только по вашим, по следам вашего доклада, да? Вы говорите, это не мой ребенок, который выключил свет, я не знаю, в туалете, да? Значит, ваш сын наверняка умный мальчик, 11 лет. Замечательный, я абсолютно уверен, так же, как уверен в том, что вы замечательная мама. Он понимает, сделав это, что вообще-то он не ваш ребенок. Да, ну в этом смысле, в этот момент. То есть у мамы такой шок и такой уровень отстранения от этой ситуации, что говорить о ней невозможно. Ну вот скажите на милость, зачем ему вам это рассказывать? Не знаю даже. Точно. Спасибо за ответ. Значит, смотрите, еще я не оправдываю вранье ни в коем случае. Но поймите меня правильно. Он по-своему, своим, ну, не очень комфортным для вас способом бережет маму. А он оказывается в ситуации, которую мы, взрослые, в общем, понимаем. Да, ну какой смысл отпираться на самом деле? Но все равно же я тебя выведу на чистую воду, я поговорю с учительницей, и учительница скажет, она разговаривала с тобой, почему же он, замечательный мальчик 11 лет, держится до последнего? Он держится до последнего на всякий случай, до последнего рубежа. А вдруг проскочит? А вдруг будет нормально? Потому что чем он рискует? Если мама узнает правду от него, тем скорее начнется, ну, не знаю, конфликт, или мама расстроится, или станет рассказывать, что такое поведение недостойно ее сына. И вообще будет дома очень-очень неприятно. А так пусть маленький, но все-таки есть шанс, что я смогу это отодвинуть куда-нибудь подальше. Вот, собственно, и все. Я думаю, что это происходит так.
Но он меня постоянно убеждает, вот я пытаюсь понять, он меня так убеждает в том, что, например, вот в этой ситуации был не он. Например, он говорит, я готов там каких-то свидетелей, например, предоставить. Ну почему? Аня, давайте проанализируем вместе, я хорошо вас понимаю. Ну вот почему он это делает до последнего? Давайте. Ну, чтобы успокоить меня, что. Чтобы успокоить вас и чтобы что-то отодвинуть. Да, вот давайте так. Если он скажет, мама, это я, что будет? Я понимаю, что вы его не убьете, но тем не менее. Ну да, конфликт, что мы будем беседовать, что он знает, что я расстроюсь, что. Ну. Следовательно. Следовательно, мы имеем с вами картину, при которой, с одной стороны, он по той или иной причине не может в школе, ну, как-то что-то такое, не знаю, успокоиться и не выключать свет в туалете, да, и не стучать, не знаю, в кабинет, когда там идет урок. А с другой стороны, дома он не может об этом рассказать. Я бы на вашем месте занимался первым, а не вторым. Я объясню. Мне кажется, что если вы снимете с него опасения вот этого конфликта или скандала, или выяснения отношений и так далее, мы сможем подправить первое, если вас волнует первое. Да, понимаете? Потому что первое — это нечто более-менее существенное. Да, я не знаю, как устроены законы в этой школе, может, законы дурацкие, а может, и не дурацкие, но это можно обсуждать. Да, поскольку вы позвонили мне с вопросом доверия, я с вами, в общем, согласен. Повод чуть-чуть волноваться есть. Потому что получается вообще-то, что если он дома встречает такую эмоциональную реакцию, то, может, и рассказывать незачем. И тогда я, ребенок 11 лет, буду это отодвигать разными способами. Вы не волнуйтесь, он не врунишка. Дело не в этом. Да, он пока еще совершает не до конца осознанный акт. Да, ну правда же, я получил двойку. Давайте, да, это самая обычная, самая банальная ситуация. Я получил двойку. Я говорю дома, что получил тройку. Но ведь я понимаю в 11 лет или в 8 лет, что меня могут, опять-таки, вывести на чистую воду. На что я надеюсь? Ну что, все дети-дурачки, которые говорят, я не получал двойки? Нет. Они просто наивно полагают, и некоторым из них везет, кстати, что они могут либо отодвинуть этот конфликт, который будет неминуемо, правда? Ну так лучше пусть будет попозже. Да? Либо, ну вот это самое вдруг проскочит. Поэтому что мы делаем, если мы хотим, чтобы они рассказывали правду? Мы в первую очередь делаем так, чтобы они не встречались с конфликтом, иначе они пожалеют, что они рассказали правду. Понимаете, какая штука? И будет новый виток вот этого самого увиливания. Так что мне-то кажется, что если мы берем, ну, в виде кейса, в виде, так сказать, примера вот эту ситуацию, которую привели, мне кажется, что надо с ним поговорить, и надо сказать, слушай, дружище, да, что-то я действительно закрутила это неизвестно в какой узел. Да, дружище, ты меня прости, я совершенно не имела ничего в виду. Нет, я постараюсь. Или я сделаю все для того, чтобы ты не жалел о том, что ты мне рассказываешь правду. Нет, я не буду тебя ругать. Нет, лучше давай мы поговорим о том, как прикольно тушить свет в туалете и как сделать так, чтобы ты этого не делал, а может, занялся чем-то другим. Тогда можно про это смеяться. Тогда можно говорить, слушай, давай, чем я могу тебе помочь, чтобы ты не стучал в кабинет, в котором проходит урок, да? Давай придумаем, куда у вас можно постучать. В противоположную дверь, там, я не знаю, или в противоположную стену. Да, но тогда дома мы получаем доступ, мы получаем возможность про это говорить. В противном случае, да, но все это такое, понимаете, да, голову вытащили, хвост завяз. Да, только мы, ну, вроде разрулили какую-то ситуацию, бах, у нас новая. А новая, поскольку это конфликт, тянет за собой следующую. В следующий раз я не стану рассказывать. Вот что я думаю, Ань. Спасибо. Будем стараться. Да? Будем стараться. Да. Да, ну вот и все, не надо стараться. А, не надо стараться. Давайте, у меня полминутки, я потрачу ее на в кавычках проповедь. Не надо стараться, вы получите большущее удовольствие. Но вам же точно не очень приятно от этих конфликтов, я уверен в этом. Конечно. Ему так тоскливо на душе, вам не передать от этих конфликтов. Да, что я предлагаю? Я предлагаю это снять. Из того, что вы рассказали, там нет никаких преступлений, как вы понимаете. Там есть ситуация немножко неприятная. И, конечно, нам неприятно, если учителя нас пилят. Это правда. Но доступ к этому мы получаем только если дома у нас все спокойно и все хорошо, и мы можем об этом поговорить. Удивите его и удивите себя. Вот мой совет. Да, он придет, скажет, слушай, вообще не буду ничего про это слушать. Слушай, мне училка звонила. Да, оставь. Не будем сегодня про это разговаривать. Захочешь, расскажешь. Это изменит мир. Правда?
Спасибо да? огромное. Опять и сегодня я получила ответ на свой вопрос, Дима. Огромное вам спасибо. Да очень хорошо. Да очень хорошо. Я с вами прощаюсь. Еще раз говорю напоследок. Ребята, не волнуйтесь. Улучшение в жизни нас и детей, как вы понимаете, ведет только к хорошему. Часто мы зря закручиваем эти самые гайки и страдаем от этого сами. У нас реклама. Томск на линии. Нуржан, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер уже. Дима, да как скажете? Скажете, день будет день, вечер так вечер. Я вас слушаю. У нас уже ближе к ночи. У меня вопросы два. Ну, во-первых, Омск, не Томск. Омск, ну, да, извините, тоже. Пожалуйста. Да, да. Значит, ошибочка, извините. И вопрос у меня такой. Вот у меня двое детей у нас с супругой. Старшему 7, младшему 4. Ну, старший, вот у меня насчет и старшего, и младшего там по одному вопросу. У старшего такая черта характера, я не знаю, вот почему это так. Он очень обидчивый, такой парень у меня. Прямо вот бывает что-нибудь, ну, слово как-то поперек скажешь, или в чем-то ему откажешь, даже, ну, не категорично, а что-нибудь так скажешь, подумаем там, или попозже что-то решим. Сразу человек уходит в другую комнату, на все там попытки как-то поговорить фыркает. Вот эти все, если пытаешься там даже пошутить, там приобнять его, начинает пинаться там, толкаться. Ну, Нуржан, подождите, но он же взрослый, ему 7 лет. Как он сам это объясняет? Никак. Ну вот, а почему обижается? Ну нет, как он объясняет подобное поведение, конечно. Ни на что обижается. Вот смотрите. Да, предположим, давайте пример какой-нибудь от вас, а не от меня. Да, ну любой самый простой пример приведите, пожалуйста. Ну, допустим, вот ситуация. Возвращались домой, он попросил поподкидывать его дома. Я говорю, сейчас придем, ну, уже, в принципе, поздно, спать ложиться пора. Да. Я думаю, если сейчас его начнешь подкидывать, разбередишь его, и потом как бы укладываться. На самом деле нет, но неважно. 7 лет, ну да. 7 лет все-таки не 4. Но неважно. Так, окей. И он... Ну, потому что он младший, потом следом пойдет. Я понял. И я говорю, ну, давай, говорю, не сегодня, а завтра встанем, с утра проснемся, и все, и начнем бегать, там, прыгать, скакать, кидаться, подкидываться. Все. Достаточно этого. А как бы вы хотели, чтобы он вам ответил? Подождите. А как бы, подождите, Нуржан, а как бы вы хотели, чтобы он ответил в этой ситуации? Вот как вам кажется, было бы правильно ответить? Кроме согласия, так сказать, отдать вам честь и сказать «Yes, sir». Если он с вами не согласен, как он должен был поступить? Ну, хотя бы что-нибудь сказал бы. Давай все-таки что? Сейчас попробуем. А что было бы, если бы он сказал? Ну, мы побеседовали бы с ним, наверное. Может быть, он даже... Он хотел не побеседовать, он же хотел, чтобы вы его поподкидывали, если это такой пример. Смотрите, я скажу, что я про это думаю. Да, у меня не очень много времени, поэтому, да, не очень много времени на раскрутку интриги. Да, я скажу впрямую. Если человек таким образом реагирует, либо другие инструменты бесполезны, либо он просто не знает другие инструменты взаимодействия. Да, понимаете? Не совсем. Не совсем. Ну, насчет того, значит, что либо я... он... Ну, либо ну, с папой говори, не говори, говори, не говори с папой, да, ничего не изменится от этого разговора. Да? И поэтому я теперь... Подождите, я ничего не утверждаю. Я даю вам два варианта. Вы, да, может быть, есть еще варианты, я, может быть, до них не додумался. Да, но тем не менее, есть два варианта, еще раз. Да, пап, купи мороженое. Слушай, мороженое сейчас я не куплю. Ну, что мне делать с этим? Ну, но... купишь, не купишь. Немножко... Да, вступать... Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но как бы здесь это, ну, не так. Ну, может быть, отчасти, но не совсем. Может, ну, давайте другой пример. Давайте другой пример. Потому давайте что другой он пример. С мамой себя так же ведет. И... Я знаю, я знаю, я понимаю. Давайте другой пример. Нет проблем. У нас только 3 минутки всего, поэтому давайте быстренько примеры я прокомментирую. Ну, пример что-нибудь, он... Ему говоришь, когда пойдем уроки делать там или еще что-то. Ну, сейчас, так. Допустим, в первый класс пошел. Да. В первом классе не должны сдавать уроки. У вас безобразная школа.
Угу. Ну, давайте дальше. Я слушаю вас часто, и поэтому я как бы... Это не меня, это федеральный закон, между прочим, Российской Федерации, но это не важно. Он говорит... Да, смотрите, вы говорите, пойдем делать уроки. Он не хочет делать уроки. Как вы хотите, чтобы он себя повел в этой ситуации? Как правильно себя повести? Делал дело, гуляй смело, ему так говорю. Он не хочет делать уроки. Еще раз, подождите. Мы с вами два взрослых мужчины, считаем, что нужно. А он не хочет. Как он должен поступить? Подчиниться вашей власти? Я согласен. Насчет уроков я согласен. Как он... Нет, ну, Ружан, подождите, ну, дайте мне шанс ответить вам, чтобы был ответ. Как он должен поступить? На самом деле, вот как бы вы хотели, чтобы он поступил? Поговорил. О чем поговорил-то? И что бы изменилось? Изменилось бы что-то или нет? Давайте так. Я его не изменилось бы что-то или нет от разговора? Нуржан, дорогой, я уверен, что вы лучше на свете папа. Изменилось просто скажите мне... Бы. Да. Изменилось бы. Отлично. Да. Почему же он не говорит, как вам кажется? Вот насчет этого я вот и не знаю. А я скажу. Мне кажется, что если в этой ситуации изменилось бы... Ну, во-первых, если вы знаете, что он не хочет делать уроки, это можно изменить и так, каким-то образом. Но я бы на вашем месте с ним поговорил. И поговорил отдельно от этого. Отдельно от этого, от ситуации, от случаев. И сказал бы ему примерно следующее. Слушай, дружище, я тебя очень люблю, ты зря на меня не полагаешься. Я иногда что-то не понимаю. Ну, мы же разные люди. Бывает, ты что-то не понимаешь, бывает, я что-то не понимаю. Я очень тебя прошу, для меня это очень важно. В ситуации, когда тебе кажется, что я тебя обижаю, объясни мне. Я готов изменить свое поведение. Я готов это взвесить. Не всегда, конечно. Слушай, иногда я с тобой поспорю. Но ты не думай, что если я сказал тебе, будет так-то, я не поменяюсь. Я поменяюсь, я гибкий, я чудесный. Надо ему это сказать, Нуржан, вот такими словами. И тогда у него появится инструмент. Тогда, во всяком случае, вы сможете сказать, я папа, дал ему инструмент. Слушай, почему он его не использует, уж не знаю. И тогда мы раз за разом попробуем еще разок ему об этом напомнить. Попробуем показать ему, как это работает. Вот и все. Еще раз я говорю, я возвращаюсь в начале. В начале у нас время, к сожалению, заканчивается. Да, я считаю, что люди реагируют неудобным для нас способом иногда, просто потому что не знают другого способа. Мы не виноваты, мы чудесные, они чудесные. Но просто не знают. Так что просто научите его этому. Извините, пожалуйста, что не хватило времени на второй вопрос. Ничего не поделаешь. В следующий раз. Программа подходит к концу, друзья. До завтра. Желаю вам любви.